Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о дорогой кнопке и видеорегистраторах. Печальные новости пришли к нам из российского офиса Audi. Компания решила не продавать в нашей стране кабриолеты A5 и S5. Дело не в том, что у нас 9 месяцев зима. Дело в одной единственной кнопке. Да, это кнопка SOS системы Aero GLONASS. Этой системой обязаны оснащаться абсолютно все автомобили, которые начнут поставляться после 1 января следующего года. Немцы рассудили трезво. Кабриолетов продается настолько мало, что установка эры в каждый из них приводит к тому, что продаются они в убыток. Некоторые производители пытались аргументировать свою позицию перед властями, но ничего не получилось. Ставьте и точка. Буквально недавно от продаж машин без крыши отказались и другие баварцы из BMW. Сейчас они распродают остатки склада и возобновлять поставки не будут. Lamborghini тоже совершили подобный демарш. Эти автомобили будут поставляться частным порядком. А вот Aston Martin, наоборот, решил, что клиент важнее и даже отодвинул сроки начала продаж своей новой модели DB11. Все ради того, чтобы там была заветная кнопка. По количеству видеорегистраторов мы давно и прочно впереди всего мира. Если бы не регистраторы, человечество не смогло бы разглядеть Челябинский метеорит со всех ракурсов или никогда не узнало бы, что на Камчатке молодые медведи клячут у дальнобойщиков еду. Это развлекательная часть, но есть и куда более прозаичная – фиксация ДТП. Если раньше суды не принимали записи как доказательство, то теперь это очень веский аргумент в определении виновного. Предположим, вы стали свидетелем или, не дай бог, участником аварии. Вы хотите отстоять свою правоту, но вдруг понимаете, что на вашем регистраторе сбита дата. Переживать особо не стоит. Судьи и юристы принимают доказательства конкретного случая. Вряд ли кто-нибудь из них усомнится в подлинности записи, даже если на ней стоит дата первого полета в космос. Кроме того, нехитрая манипуляция с картой памяти позволяет увидеть, когда файл был создан. Ваше дело – правое. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».